Загадка женщины, конкурс красоты на кострах инквизиции, влияние причесок на курсы валют, транспортные проблемы карьерного роста и кризис возраста. Плохо не то, что я стал дедушкой, а то, что нужно спать с бабушкой. Любовное пространство глазами гейши, женский выход из финансового кризиса и ошибка Фемины. Если вы не умеете водить машину, вы не знаете, что это за ручечки и кнопочки, то вы не сможете сесть и поехать. А если вы выучили, что когда так, едет вперед, когда сяк, назад, то же самое с мужчинами. Популяция ревнивцев, мужские слезы и уроки стервозности в программе «Секреты Афродиты». Миром правят женщины. Доказательства этого скрыты еще в греческой мифологии. Богиня любви Афродита была замужем за невзрачным хромым богом кузнечного дела Гефестом, пока бедолага в своей подземной кузне ковал всякие полезные вещи и, вне очереди, украшения для жены, Афродита вершила амурные дела среди людей. Вся история человечества – это история отношений мужчины и женщины. Вот такого, чтобы узкого сказать, вот сделайте, вот все встаньте вот в такую позу, так вот, и все мужики сразу будут ваши. Это глупость. И никакие такие универсальные советы – это шарлатанство. Потому что каждому мужчине индивидуальный подход, то есть тут много нюансов. Но единственный совет, который я могу дать вот всем женщинам – начинайте изучать мужскую психологию, чтобы знать. Ну, вот как, понимаете, если вы не умеете водить машину, вы не знаете, что это за ручечки и кнопочки, то вы не сможете сесть и поехать. А если вы выучили, что когда так, едет вперед, когда сяк, назад, то же самое с мужчинами. Вы выучили, какая у него психология, физиология, сексуальность, там тыры-пыры, и вы хотя бы знаете, что с ним делать. И не удивляйтесь, что вы сделали так, а он вдруг поехал не в ту сторону. Катя Райская – популярная телеведущая, светская львица и успешная бизнес-леди, основательница школы разумной стервозности. У нас вообще школа разумной стервозности, потому что вот стервы, как таковые, они мужчинам сейчас не нужны, потому что головняка на работе хватает. О, если еще дома один головняк, это долго тоже не протянется. А вот. Но то, что женщина должна уметь не дать сесть себе на шею, а мужчина, он обязательно попытается это сделать, потому что у него такая натура. С древних времен. Захватническая. Женщина должна уметь это регулировать. Но не должна позволить сесть себе на шею. Потому что в итоге мужчине же она же и станет неинтересна. Такая вся ко всему готовая, совсем согласная. Что означает слово «стерва»? Словарь русского языка «дали» определяет его как «падаль», «хладный труп». По отношению к прекрасному полу это слово стало применяться в конце 19 века и означало «женщин, которые вытягивают из мужчин силы и деньги». Истоки подобных толкований берут начало из мрачного средневековья, когда церковь считала женщин сосудом греха, мертвым телом, которое с помощью румян, белил и прочей косметики придает себе живой вид, чтобы обольщать и совращать невинных адамов. А я вам скажу, кто такая стерва с точки зрения мужчин? Опять же, не всех мужчин, это умная, самодостаточная, сильная женщина. Ну, конечно, стерва. Знаете, есть, так сказать, часто говорят о женской логике, мужская логика. Она мне не дала, и мне не дала. Вот, понятно? Вот женская, да, мужская логика. Понятно? Поэтому именно она обостряет, понятно, ситуацию. Вот я говорю, что у меня действительно, вот я 52 года женат, у меня жена с этой точки зрения стерва. Она умная, самодостаточная и сильная женщина. Как ни прискорбно, но будущее принадлежит стервам. Это связано с особенностями женского мышления. Современный мир очень сложен. На человека выливается огромный поток информации. Мужской мозг, анализируя ситуацию, использует одно полушарие. Но строгая логика оказывается бессильной перед колоссальным объемом изменяющейся информации. У женщин в подобных ситуациях работают оба полушария мозга. И их интуитивный анализ оказывается более быстрым и верным.
В секретном докладе Всемирного банка сделан сенсационный вывод. Страны, где у власти находились женщины, успешнее преодолели мировой финансовый кризис. Внедрение женщины, ну, очень полезно, ну, скажем, для выживания в тяжелых кризисных условиях различных бизнес-структур. Это один из способов, кстати, назначить женщину руководителем для того, чтобы бизнес смог выжить. Почему? Женщина от природы способна распределить так семейный бюджет, разложить. Это еще, видимо, с древности повелось. Небольшое количество пищи, много детей и членов семьи, старики тут. Вот. И она уже определяет, кто сколько ест, кто сколько сможет. Этому одно, этому это. Вот. Это, видимо, заложено во многих женщинах. А вот поэтому ставить женщину надо вот руководить в кризисный момент. Жанна д'Арк, например, да? Когда нужно было спасать Францию, значит, Жанна д'Арк нужна была. Как, когда нужно было Франции просто руководить, она перестала быть нужна. Историю всегда писали мужчины, поэтому роль женщины всячески принижалась и не афишировалась. Известность Жанны д'Арк можно считать исключением, но если внимательно посмотреть на историю, то почти у каждого народа найдутся подобные орлеанские девы. Так, например, еще в XII веке Леонора Аквитанская, жена Людовика VII французского, а позже Генриха II английского, во время крестового похода, дабы вдохновить рыцарей, голышом скакала впереди войска. И таких примеров немало. Можно привести в качестве примера, когда мужчины оказывались, так сказать, вот, негодными к нужному делу, вот, их спасала женщина. Это знаменитая Жанна д'Арк. Да, значит, не нашлось почему-то у французов в нужный момент своего Кузьмы Минина. Вот для меня, например, является таким чувством глубокой, я испытываю чувство глубокой гордости, что как-то мы вот без Жанны д'Арк обошлись. Да? Значит, у нас появился Кузьма Минин, который спас свой народ. Известно, что Жанна д'Арк красотой не блистала. И все равно средневековые церковники-мужчины сожгли ее на костре от греха подальше. По подсчетам историков, жертвами инквизиции стали сотни тысяч представительниц прекрасного пола. А женщина – это главная хранительница генофонда нации. Одна очень красивая женщина сказала Бернарду Шоу: «Давайте поженимся. Представляете, какие у нас будут дети? Такие умные, как вы, и такие красивые, как я». Бернард Шоу подумал и сказал: «А если наоборот?» Как известно, красотой он не отличался. По-видимому, эта дама умом тоже не отличалась. И вот я здесь хочу сказать, я, может быть, потом об этом говорю, что когда умные женщины не оставляют потомство, они обедняют генетический фонд человечества. Обычно ведьмами объявляли самых красивых и незаурядных женщин. Не случайно и сегодня на подиумах и конкурсах красоты царят представительницы стран, где не было инквизиции. В этом и секрет красоты российских женщин. В Западной Европе, как считают многие специалисты, всех красивых женщин перебила инквизиция. Значит, в Испании, в Италии, во Франции, в Германии, значит, в целом ряде вот этих стран, значит, красивые женщины, они были главным объектом, ну, скажем так, доносов, да, значит, другие женщины воспринимали их как соперниц и, так сказать, писали, что это ведьмы. Поэтому этих самых ведьм, значит, по всей Европе извели в огромном количестве. У нас ничего подобного не было. Наоборот, у нас красивые женщины пользовались, так сказать, спросом, плодились. Вот. И кроме того, я напомню, что у нас страна многонациональная. Почему наш народ такой красивый? Да? Потому что кровь все время бурлила, перемешивалась. От этого рождались все более и более красивые люди, сильные, энергичные. Вот. И повторяю еще раз, их никто не истреблял. Никто не истреблял. Не родись красивой, а родись счастливой. Почему сегодня многие женщины не могут обрести нормального семейного счастья? Во всем ли виноваты мужчины? Один из секретов женского счастья с точки зрения разумной стервозности.
На самом деле проблема в том, что многие немножко неадекватно сейчас воспринимают. Вот это вот вам любой хозяин агентства знаком скажет, да, что приходит девушка такая, не особо выдающаяся, ей обязательно только принца. Красивого, богатого и так далее. И также точно, то есть и прям понятно, что такому принцу, как она хочет, она не нужна. А ей только такое, да? И то же самое, приходит дяденька, никакой там старый, пузатый, дряблый, ему только королеву красоты, там 90-90, все такое. То есть человек немножко неадекватен, да, в своих требованиях. Вот первое, что нужно понимать, это адекватность. То есть на кого ты можешь рассчитывать в том состоянии, в котором ты сейчас. Работай над собой, становись лучше, будешь рассчитывать на более презентабельного мужчину. Вот и все. Все просто. Ну и, соответственно, если женщина даже не супер там какая-то красотка, если она знает мужскую психологию и мужчине с ней комфортно, а комфорт, он не заключается в том, что она делает все, что он хочет, потому что для мужчины это как раз комфортно может быть там короткое время, потом он от этого просто устает. А именно комфорт заключается в том, что мужчина чувствует, что он вроде как и расслабиться не может, что ему с ней интересно, что она его в тонусе держит, что вроде как там, ну, может ее и потерять, и все. Но при этом она, если он хороший с ней, то есть она все делает для него и замечательно, то такой женщина, он никуда не уйдет. То есть надо просто знать мужскую психологию и, соответственно, грамотно пользоваться мужчинами. Искусством обольщения и покорения мужчин лучше всех в мире овладели японские гейши. В древних трактатах говорилось, что гейша не должна блистать красотой, но обязана завладеть мыслями партнера, стать ему интересной и понимать его желания. Восточные женщины, вот возьмите японок, например. Это так любить мужчину, как любят, например, японские гейши, это же целые часы, сутки напролет женщина, гейша настоящая, они почти все гейши, даже внутри, в душе. Правда, западная культура привносит определенные элементы феминизма, но тем не менее. Такое могло родиться только в Японии. Не только поговорить с мужчиной на темы, которые интересны самому мужчине, это значит проявить глубокое уважение к нему, но умело раздеть его, помыть. Выполнить ему массаж, найти особые точки на мужском теле, которые ему нравятся. Вот этот японец, мой пациент, говорит, что ему очень нравится, как делает ему жена массаж головы. Вот она нашла определенные точки у него на голове, да? На голове, на шее. Вот. И он отвечает ей тем же, кстати, таким же массажем, длительным, длящимся целыми часами. Вот. Но чем не такая мощная сексуальная организация у этого народа? Может только позавидовать. Ну, вряд ли наша женщина, попробуй ей предложить часами помассировать тебе голову, шею, там еще другие места. Скажет, да пошел ты. Главная тайна гейши заключается в умении дать мужчине ощущение своей исключительности. С проституткой мужчина чувствует себя обыкновенным самцом, а с гейшей – Эйнштейном, Моцартом, Шварценеггером и Ди Каприо одновременно. Один из секретов японской сексапильности – гармония любовного пространства. В японских комнатах нет ничего лишнего, ничто не отвлекает взгляд от партнера, он становится главным центром внимания. Может, не нужен громадный телевизор в половине стены с ненужным, совершенно идиотским футболом, которым не умеют играть наши футболисты. Ну, зачем его смотреть-то? Ты посмотри на жену под другим углом. Она ж тут бродит перед тобой. Вот. Освободиться нужно, как японцы, от всего лишнего. Ну, вот это удивительное дело. Маленькая страна, но свободные комнаты. У нас же гигантская страна и маленькие комнатушки, заставленные черти чем, понимаете, всяким хламом. Мы не умеем выбрасывать хлам, как из своих квартир, так и из своей головы. Смотрите далее. Фолклендский кризис «Железной леди». Но ей надо было доказать, что она не женщина, а мужчина. Секретные хранилища золотого фонда. Взгляд через зеркало. Нужно изучать мужскую психологию и понимать мужчину. Как бы плохо мужчины не думали о женщинах, любая женщина думает о них еще хуже. Писатель Николя Шамфор. Вопреки расхожему мнению о мягкости, женщины всегда более строгие судьи, чем мужчины. Это их природное предназначение. Когда самцы дерутся за самку, арбитром на арене всегда является женщина.
Ее выбор и оценка воспринимается мужчинами на генетическом уровне. Даже неосторожное слово может прозвучать как приговор. Это типичная ошибка женщин. Вот есть такое определили, ну, такое вот исследование показано. Опять я не говорю о всех. Мужчины обычно, они сравнивают других всех женщин со своей женщиной. Женой, матерью, любовницей, или теперь это называется girlfriend, понятно? Вот. Женщины очень часто сравнивают своего мужчину с другими мужчинами. И вот это очень не нравится мужчинам, понятно? Поэтому, вот, например, не стоит говорить, а вот этот делает вот тот. Понятно? А вот такой, а вот у этой, у жены, вот, так сказать, у моей подруги вот такой хороший муж, а ты? Почему, несмотря на формальное равенство, так мало женщин занимает высокие должности в политике, бизнесе и науке? Оказывается, психологи уже давно открыли закон карьерного роста и движения по социальной лестнице. Но чтобы сохранить мужское лидерство, держит его в секрете. Есть такое понятие «транспортная остановка». Что это значит? Как развивается карьера мужчины? Она идет по восходящей. А потом, очень часто у многих, в 40, иногда в 50 лет, наступает вот так называемый кризис среднего возраста. При этом уменьшается там его сексуальная активность, и человек часто успокаивается на том, что он достиг. Вот защитил диссертацию, ну и замечательно, все. Какие-то начинаются разные проблемы. А у женщины до какого-то момента развивается карьера, а потом у нее появляются дети. И у большинства женщин мысли все-таки во многом, даже если она продолжает работать, заняты детьми. Это вот называется транспортная обстановка. Это не только у нас, это везде за рубежом. И вот очень важно, что наступает тогда, когда дети выросли. В момент транспортной остановки перед женщиной открывается два пути. Полностью посвятить себя домашним и семейным заботам, попытаться обрести свое счастье в благодарных детях и муже или снова двигаться вперед. Анонимные исследования показали страшные результаты. Почти 90% мужей и детей не оценят подобной жертвы. Дети будут считать, что «И что тебе нужна новая шуба? Вот мне нужна новая шуба, а ты можешь и старой обойтись». И почему нам с мужем нельзя поехать на курорт, а ты сиди с детьми, с внуками? И что ты там думаешь о себе или что-то такое? Нет, даже если это не говорят. Муж, ну, знаете, как говорят, плохо не то, что я стал дедушкой, а то, что нужно спать с бабушкой. И муж начинает, его начинает тянуть. Уже его не возбуждает женщина его возраста. Знаете, есть такая пословица, человек молод, пока его возбуждает женщина его возраста. Так вот, и он ищет молодых, понятно? Тем более, если он чего-то достиг, пожалуйста, охотниц за чужими мужьями достаточно. И он уходит, понятно? И вообще, кто ты такая, что ты вообще на кухне только возишься? А это такая интересная, это я снова чувствую себя молодым. Нет? И второй вариант. Да, я свой биологический долг выполнила. Не надо эти говорить слова, нужно ощущение. И я теперь занимаюсь собой. Я продолжаю свою научную карьеру. Нет? Я найду там в управлении еще что-то, в творчество. Если женщина решает это, она очень много достигает. И мужчины ее больше ценят. Тот же самый муж. Нет? И она очень часто достигает большего, чем мужчины в этом возрасте. И обгоняет их. Хотя мужчина относится к этому очень ревниво, честно. На Западе женщины уже сделали свой выбор и успевают после остановки вскочить в карьерный поезд. На Востоке активизация и экспансия ислама – это борьба с западным феминизмом, попытка сохранить мужскую цивилизацию. Россия, как обычно, посередине – ни Восток, ни Запад. У нас вообще в стране мужчины наглые. Знаете почему? Потому что у нас вот Россия, получается, она стоит как бы между
западной культурой, да, где эмансипация, женщины на равных, где в суды подают, там, если он там сделал какие-то там знаки внимания, ну, то есть до маразма. И между, с другой стороны, азиатским вот этой культуры, там, где ноги помыла, воду попила, покланялась, ушла. То есть мы вот посерединке и могли бы как раз вот иметь такую золотую середину у себя в отношениях. А у нас мужчины, они такой сделали коктейль очень своеобразный из вот этих двух культур. То есть они, с одной стороны, хотят, чтобы женщина не имела таких прав, как он. То есть я могу ходить куда-то, я мужчина, а ты нет, ты женщина, ты не можешь, поэтому ты не должна. Это как в Азии. Но при этом сама зарабатывай, не проблема. Какие подарки? У тебя же деньги есть? То есть сейчас же женщины независимые вроде. То есть они вот такой сделали вообще для женщин совершенно, ну, неправильный, несправедливый коктейль. А им удобно, что женщина никуда не ходит, но при этом сама себя обеспечивает. И очень многих так бы, им бы так хотелось, чтобы было так всегда. Мужчины нередко достигают высокого положения благодаря своим женам. Женщины достигают высокого положения только вопреки своим мужьям. Линда Ли Поттер. Как становятся железными леди? Между женщинами и мужчинами гораздо больше общего, чем различий. Но чтобы доказать свое право на равенство или тем более на лидерство в мужской цивилизации, женщина должна вести себя по-мужски. Почему разразился Фолклендский кризис? Война между Англией и Аргентиной. Первая женщина-премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер призналась, что боялась упреков в женском поведении. Она была эффективным, как мы говорим, менеджером. Но когда критическая ситуация с Фолклендами, она поступила неадекватно. Все признают, что если бы она подождала две недели, все бы разрешилось без крови. Но ей надо было доказать, что она не женщина, а мужчина. И поэтому она двинула войска, что привело к довольно большим жертвам, абсолютно ненужным. Вот поэтому очень важно, что как можно больше женщин было в политике, в науке, в управлении. Если муж вам изменил, радуйтесь, что он изменил вам, а не родине. Женская мудрость. В этой шутке заложен глубокий смысл, разная природа мужской и женской ревности. Слово «родина» происходит от слова «род». Самый сильный инстинкт, заложенный в человеке, инстинкт продолжения и умножения рода. Для мужчин супружеская измена – это шанс на увеличение рода. Как вы думаете, какой самый простой способ мужчине оставить большое потомство? Много женщин. Поэтому генетически, биологически, инстинкты. Мужчина склонен к полигамии, понятно? На самом деле, мужчин просто очень засоренная голова, вот это все, вот всякие эти рассказы о том, что они должны быть полигамные, вот это вот мнение от дружков, а что ты не хочешь от жены, да ты, значит, не мужик, вот это вот все давит на мозги, даже мужчины иногда бывает любят свою жену, не хочет ее изменять, но вот это вот общественное мнение какое-то дурацкое, неправильное при том. Должен быть полигамный, должен быть сразу с другими бабами, иначе ты не мужик, что за глупости? Нормальный мужик, он сам все решает. Если ему хочется только свою жену, значит, ему хочется свою жену. Для женщин измена партнера – это потенциальная угроза потомству. Потеря кормильца, защитника может привести и к сокращению популяции. Что женщине нужно? Нужно много мужчин? Нет. Ей нужно выбрать хорошего мужчину, причем такого, у которого будут хорошие гены, понятно? Она ставит здоровое потомство и позаботится о нем. И, кстати, вот это простое правило больше может сказать о природе ревности у мужчин и женщин, чем весь Фрейд. Оказывается, женщина тоже человек. Серьезные научные изыскания опровергли миф об инопланетном происхождении женщин и их нечеловеческой логике и поведении. Ученые доказали, что основные биофизические и психологические реакции у мужчин и женщин примерно одинаковые. Миф о полной несхожести двух полов создан мужчинами для закрепления своего господства. Нужно изучать мужскую психологию и понимать мужчину не как вот ты с девочкой разговариваешь, вот он девочка, он так говорит, он не девочка, у него другие мозги, у него все другое, он мужчина, все, что он говорит, это не потому, что он думает, как ты бы это говорила, и ты бы так думала. Нет, а женщина, она просто, вот ее ошибка, она воспринимает мужчину через призму своего восприятия.
То есть, когда он что-то говорит, она думает, если бы я это сказала, то у меня были бы до этого процессы такие, такие, такие. Значит, у него тоже. А у него он другой, у него, может, вообще этого ничего не было. Совершенно другие мотивы, другое все. И вот эта женщина должна понимать. Изучайте женщин. И тогда многие необъяснимые с мужской точки зрения их поступки, привычки и загадки получат вполне рациональное научное обоснование, доступное мужскому пониманию. Например, постоянная забота о прическе, бесконечное расчесывание волос перед зеркалом – это прямая забота о семейном бюджете. Человеческие волосы содержат более десятка редких элементов, таких как селен, таллий и золото. Химический анализ показал, что в женских волосах золото содержится в 13 раз больше, чем в мужских. Расчесывая волосы, женщины подсчитывают свои золотовалютные резервы. Так что женщины в буквальном смысле золотой фонд человечества.